что получаешь, когда нанимаешь мошенника. Я могу убедить кого угодно в чем угодно. Это целая наука. Заставить людей доверять тебе. Я хочу в долю. С твоими навыками еще рано. Может быть, ты научишь меня в своей комнате? Это очень плохо. Да ну? Ты бы сама повелась на такое? Ну так. Серьезно? Ну ладно, пошли. Нас около 30. У каждого своя доля. Берем свое и исчезаем. Что за девочка? Стажер наш. Шпилишь ее? Я здесь вообще-то. Нет, Фархад, не шпилю. А надо бы. Завязать с мошенничеством нельзя. Никогда. Где все черные люди? Я займусь. Чего? Простите. Поздравляю, ты преступница. Лучшая из всех, кого я знаю. Так что насчет большого дела? Когда приступаем? Ты про такое дело, после которого можно завязать? Вы там поосторожнее. Без косяков. Ты внушаешь доверие. Ты меня не знаешь. Это он жертва. Фантастика. Не стоит ему дорогу переходить. Ставлю все. 100 000. Ники, это и мои деньги. Вот теперь куда интереснее. В этой игре нет места чувствам. Это тебя погубит. Как тебе? Вау. В мире есть два типа людей. Молотки и гвозди. Тебе решать, кем быть. It's a bad religion.